Всем-всем большой привет! Хочу показать свои небольшие покупки в магазине Fix Price. Если честно, ходила я больше за продуктами, но продукты показывать не буду. Они у меня мелькают каждый ролик. Это и заварка чай Лисма пакетированный, и паста коллекшн, макаронные изделия. Очень люблю это все. Сахарный песок там периодически покупаю. Томаты в банке консервированные тоже постоянно беру, 50 рублей это очень выгодная цена для них и очень хорошие по вкусу. Но показывать все это не буду, потому что оно без конца мелькает и все это уже знают. Давайте покажу, что же я купила небольшое количество разных вещей, которые меня привлекли. Вот такой контейнер взяла под вилки и под большие ложки. Под маленькие не подходит, потому что, видите, вилочки, я специально все оставила, вилочки уже вот так торчат. А если маленькие ложки, они туда полностью топятся. Я могу вам показать, как он выглядит внутри. Вот, видите, вставляется вот эта вот вставочка, она вынимается, но крепится очень прочно. Там есть пазы, куда она вставляется. В общем, вот такая удобная для организации вилок, ложек, ну, контейнер такой удобный. У меня есть под вилки, ложки, тоже контейнер, он тоже красивый, удобный, но там как-то слишком много всего стоит, и я решила их как бы вот разделить, рядышком поставить. У меня тоже салатовые, поэтому они вместе смотрятся хорошо. Из контейнеров давно уже смотрела вот на такой большой и симпатичный, я бы даже органайзер сказала. Корзинка кружева называется, 33 на 23 на 17 сантиметров. Она достаточно объемная, массивная даже, я бы сказала. И какие-то косметические средства или еще что-то, оно так очень глубоко там стоит и не мешает. Плюс удобно переносить. Но она удобна не только под косметическое, а под что угодно. Возможно, я буду хранить в такой корзине фен, расчески, вот когда делаешь укладки, когда пользуешься феном, вот все вот это вот. Мне кажется, будет удобно. Не смогла, кстати, вот эта корзина, она уже 55 рублей, и не смогла пройти мимо блокнотов. Если честно, они мне были просто нужны, поэтому я взяла. Это даже не блокноты, а записные книжки. Я так думаю. Ну, хотя называется блокнот. Давайте я вам покажу. Они тоже теперь стоят 55 рублей. Блокноты очень крепкие. Картон тут плотный. И очень удобно писать, когда надо писать на коленках, например. Один взяла себе, другой Максимке. Мы много с ним делаем разных записей. Вот. Ну, понятно, ему с машинкой из города, мне с павлином. Павлина я уже как-то показывала, он мне понравился. Пусть будет еще. Ну и сбоку они смотрятся вот так. Люблю я вот эти вот блокноты. Очень удобные. Но они еще и не маленькие. И, как я сказала, быстро что-то написать на коленках. Это очень удобно. Новая серия уже все знают. С кошечками. Максимка не смог пройти. Он у нас такой кошатник. Он все, что связано с кошками, наклейки всякие, статуэтки обожает. Ну и, соответственно, всех уличных кошек он тоже обожает. И уговорил он меня только на чехол для мобильного телефона, потому что дома много всего. Чрезмерно тоже не надо закупаться, чтобы все это складировать. У него действительно чехол сломался не так давно, и он телефон носит в кармане, и постоянно у него выпадает из кармана. Но я сказала, что, в принципе, пускай будет такой котенок. Вот так он открывается совсем простой. Тут как бы плащевка, не бывает, знаете, как типа прорезиненная какая-то такая ткань, клеенка. Но нет, тут плащевка внутри, а вот тут-то вот клееночка. И вот такой милый серый британский котик. Понравился ему. 50 рублей. Котики на этом не закончились. Сейчас вам покажу, что взял еще себе Максимка. Вот такие наклейки. Вот эти наклейки, они стоят 25 рублей лист. Единственное, там их разные варианты. Вот. Я не знаю. Ну, я так вот покажу. Видите, они все разные.
и он не мог выбрать. Он аж прямо бедный растерялся, ему хотелось абсолютно все. Ну, я думаю, позднее можно будет еще парочку прикупить. Они 25 рублей один лист, как я сказала, достаточно много кисок. И киски, знаете, они такие мягкие. Вот как бы подушечки такие воздушные, как будто там синтепончик прямо. Вот такие милые-милые котята. Я думаю, вот оформлять, когда записи делаешь, как бы каждый новый день, когда, ну, например, дневник ведешь, каждый новый день новый котенок, да, ознаменует. Ну, интересный вариант, на самом деле, я сама кошатница, если честно. Поэтому кошек я тоже взяла. Но я думала, 50 рублей будет лист, и только уже потом в чеке увидела, что 25, можно было бы взять и две пары. Каждый раз, когда я бываю в фикс-прайсе, беру ватные диски. У нас нету магазинов таких, как Ашан, вот где вот совсем можно что-то дешево взять. В тех магазинах, которые вокруг меня, они стоят дороже 50 рублей. Тут 140 штук. Ну, обыкновенные ватные диски, вот этот коктейль. Когда я их вижу, я их сразу беру, потому что они всегда нужны. Ну и чего я набрала много, это вот я покажу из еды одно единственное. Это вот моментальная овсяная каша. Геркулес с персиком и с вишней. Другого не было. Вот тут написано с молоком, а тут написано обогащенный питательными пищевыми волокнами, что ли. Давайте посмотрим. Вот что тут написано. Натуральный продукт. Вообще, в последнее время, знаете, подсела на кашу овсяную, прямо очень-очень хочу овсяную кашу с булочкой с маслицем, как в детстве, в общем. И вот прямо каждый день готова ее кушать. Поэтому купила, наверное, штук 20 таких вот пакетиков. И глядя на меня, у меня вся семья говорит, ну да, давай и на нас делай, потому что всем сразу овсяной каши хочется. Так, говорит, ты аппетитно ее кушаешь. Ну, надеюсь, я вас не надразнила, и все теперь не хотят, как я, овсяную кашу с булочкой с маслицем. Вот такие были небольшие мои покупки. Ну, на самом деле, продуктов-то было больше, просто я не стала их показывать. Пусть будет так, чуть-чуть. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной, и до новых встреч!